хотим, чтобы за слова «я из России» не надо было оправдываться. Мы хотим здесь выступать представителем, вот как посольство. Да. Представляем здесь нормальную Россию. У нас не такая маленькая горстка. Мы сами не понимаем, на самом деле, как нас много и какая мы сила. Как Ассоциация за свободную Россию видит нашу задачу в том, чтобы помочь тем россиянам, которые живут в Польше, с одной стороны, всегда иметь возможность выразить свою политическую и общественную позицию по каким-то вопросам, связанным с Россией, а с другой стороны, иметь возможность сохранить свою культуру, передавать ее своим детям, независимо от того, какой политический режим и какие политические коннотации интересны в данный момент российской власти. Россия должна стать членством европейским, отвертым на свят, шанującим своих сусідів, дотримуючим міжнародних порозумень и пристегаючим права человека. Мы существуем и развиваемся. Мы проводим регулярные мероприятия, митинги, акции в поддержку демократической оппозиции, в поддержку демократического движения России. Вживаніся в протести на Майдані, на Плаці Голодним, ваше комітет оборони демократії, можу повернутися. Ми приглашаем к нам спікеров из России, которые приезжают с охотой и радостью рассказывают о том, что происходит. Новая свободная Россия невозможна без осмысления прошлого, поэтому для нас очень важна эта тема. Мы проводим акцию возвращения имен по образцу московской. Мы читаем имена расстрелянных в разных странах, представителей разных народов. Мы хотим показать масштаб репрессий, хотим показать, что это трагедия, которая всех нас объединяет. Она очень помогает понять, кто мы и в какую сторону нам надо двигаться. Мы открыли клуб для семей, русскоязычных семей, клуб «Заварка», и он функционирует и развивается, несмотря на то, что нам говорили, что русский язык никому в Польше не нужен. «Заварка» за первый семестр стало ясно, что она так растет, так востребована, что ей тоже нужно свое помещение. Хотим их воплощать. Нам, безусловно, нужно собственное, достаточно большое помещение, чтобы мы достаточно комфортно и легко располагали занятия для детей, для их родителей, встречи с политиками и общественными деятелями, чтобы мы могли готовиться к каким-то акциям. Мэрия Варшавы предоставила нам помещение. Это три большие просторные солнечные комнаты в центре города, недалеко от метро «Политехника». Самая главная проблема этого помещения – это очень дорогостоящее отопление, которое нам не позволит пережить следующую зиму в этом помещении. Пожалуйста, помогите нам собрать необходимые средства на ремонт помещения. Помогите нам заселиться в наш новый дом свободной России, для того, чтобы мы дальше смогли доказать, что свободная Россия существует. Хотим, чтобы в этом месте каждый себя чувствовал как дома, среди друзей. Приходите.